У літню пору року, особливо коли стовпчики термометрів підіймаються вгору, хочеться прохолоди та якнайбільше рідини. Кожна людина для себе обирає різні методи боротьби зі спекою. А от що для цього роблять акерманці? Отак прячуся в кімнаті, п'ю води побольше. Що от ще? Які от ще методи використовуєте? Що робите? Холодний душ, водичка холодненька, побольше піти. Ну, как-то уже привыкли, мы люди южные, привыкли переносить жиру. Вот. Вес сбрасываем, воду пьем. Иначе, если много веса, это ужасно, конечно. Вот. Таким образом. Пьем воду. А вы что делаете? Пьем воду. Пьем воду. Включаем кондиционер. Едим фрукты и овощи, не едим мясо, поменьше. Вот. Да, и на жаре быть как можно реже. Это уже если по необходимости, то уже надо выйти. Одежда вот натуральная. Ну, такие традиционные способы. Мочим в тряпки и ложим на голову, на затылок, так, как нам советовали по радио. Кондиционером. Только так, да. И все. Холодной водой, минеральной, обычной. Медики теж мають поради щодо боротьби зі спекою. Хоч вони й прості, однак, як каже Ірина Лавришина, їх слід дотримуватись. Перш за все, перед виходом на вулицю одягайте зручний та з натуральних тканин одяг. Не слід забувати про головний убір. Аби не сталося зневоднення організму, треба вживати якнайбільше рідини. Повторюсь, наверное, все это знают, но жидкости нужно пить чуть больше, чем в зимний период. До 3 литров. Причем желательно пить не просто воду, а восполнять минеральный обмен. То есть это должна быть минеральная вода без газа, это могут быть соки, это могут быть компоты несладкие. За счет алкоголя, и может мужчины огорчаться, и пива, восполнять жидкость нежелательно. Дело в том, что алкогольные напитки наоборот срабатывают вот с точностью, да наоборот, они наоборот тянут на себя воду, да и приводят к абсолютно обратной реакции организма. Дуже добре допомагає під час прогулянок у спеку прохолодна вода. Її варто не лише пити, а й вмивати обличчя. Дитяча забава обливання теж може стати гарним захистом від жари. Не слід забувати і про категорії людей, яким не варто знаходитись на сонці. Напоминаю, что жара тяжело переносится людьми с сердечно-сосудистыми заболеваниями, стариками и детьми. Из-за не совсем хорошо работающей системы теплообмена. Поэтому старые традиционные советы. Не нужно вывозить на пляж детей, нежелательно в жаркое время, нежелательно вообще до 3 лет детей вывозить на пляж. Почему-то об этом сейчас забыли. Беременным женщинам нежелательно там находиться, особенно вот в такую жаркую погоду, как сейчас у нас. У приміщеннях рятуватись від спеки допомагають кондиціонери, однак їх необхідно мити від мікробів, що осіли на захисні сітки. Та й про зміну температури повітря, що на вулиці та у будівлі, теж не варто забувати. Нужно помнить, что разница между температурой в помещении, где работает кондиционер, и то, что у нас за окном, должна быть не более 10 градусов. Вот к такому перепаду организм достаточно спокойно адаптируется. Особо резкие перепады температуры могут приводить к простудным заболеваниям. Собственно, с чем сейчас врачи работают. Это с простудными заболеваниями, которые вызваны или вентиляторами, их использованием непомерным, или же кондиционер, который включен не в том режиме. Нужно помнить, что воздух должен увлажняться. Дуже добре допомагає захистити себе від спеки – це занурити руки у холодну воду. Варто пам'ятати, що прогулянки після полудня теж необхідно обмежити. Желательно в жаркое время года, желательно все вопросы, которые связаны с выходом на улицу, решать до 11 часов. В помещении желательно находиться где-то вот с времени с 11 до 16 и далее с 16 до вечера, пожалуйста, еще время для прогулок, моря и хождения, так сказать, по улице. Олена Малайван, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.